Здравствуйте, друзья! Отвечая на ваш запрос о качестве вот этих мандаринов, я что попробую сделать? Я сейчас возьму один и вот этот. Так он жесткий. Высох, что ли, даже не знаю. Вот и попробую сейчас его на кухне скушать. Попрошу Светлану заснять меня в этом процессе. Друзья, я буду пробовать мандарины. Светлана утверждает, что это вообще апельсин. Но он довольно жесткий, поэтому я взял ножики и буду его надрезать. Свет, подойди, пожалуйста, поближе, чтобы мне не кричать на этом расстоянии. Вот, друзья, мандарин, он же апельсин. Жесткий. Я хочу сказать, я такого давно не пробовал. Только ради вас что-нибудь такое. Сейчас попробуем. Его надо резать. Я прям чувствую даже, что он как арбуз, знаете. Так, я его серьезно надрезаю. Так. Не больше так. Можем. Да, чистится, надо сказать. Он очень хорошо. Чистится он изумительно. Просто вкусный. Хотя я его так надрезал, что он вместе с мандарином чистится. Так, сейчас скажу, что это апельсин или мандарин. Это апельсин. Это апельсин? Дичок. Ну, дичок не дичок, но вкусно. Теперь надо умываться и лицо. Слушай, ветры какие, порывы. Сейчас дождь будет. Скоро будет дождь. Друзья, будете в наших краях, приходите, у нас всегда растут апельсины. Мы с вами их скушаем. Счастливо.